Любая коллекция, связанная с осенью, весной или зимой, или в том числе летом, навеяна коллекцией высокой моды. Любой аксессуар лимитированной коллекции – это есть аксессуар высокой моды, подиумного макияжа. Фееричный звездный продукт марки Dior – это мини-клатч, который девушка может взять с собой. В то же время это функциональная палетка, благодаря которой девушка может сделать легко из дневного бледного макияжа яркий подиумный вечерний макияж в бежевых оттенках, бежево-серых оттенках и пурпурно-фиолетовых. Также хотелось отметить в коллекции осени помады, лаки очень ярких, насыщенных оттенков, цвета фуксии и пурпурных оттенков, что, в принципе, позволительно и днем, и, конечно же, вечером. Уникальный продукт – пятицветные тени. Все пять оттенков можно использовать при создании вечернего макияжа. Перламутровый графитовый цвет, яркий перламутровый фиолетовый цвет, тусклый серый и насыщенный сиреневый цвет позволит выразить ваш взгляд и сделать глаз более открытым, гламурным. Липколор. С одной стороны, темный насыщенный цвет, но при нанесении на губы можно контролировать насыщенность цвета губ от светлого незаметного оттенка до яркого насыщенного. Живанши в этом сезоне акцентирует внимание на романтическом стиле. Разработала две уникальные палетки девятицветных теней-пудры для лица. Это уникальный продукт, который представлен в двух оттенках. Это золотисто-бежевый и серо-голубой. Несмотря на пигменты, которые наблюдаются в этом продукте, на лице они смотрятся тонкой вуалью, которые позволяют либо подчеркнуть естественный аристократизм, либо подчеркнуть загар, который приобрели этим сезоном летом. Продукт марки Givenchy феноменальный. Необычная кисточка позволяет прокрашивать любые ресницы, создавать любой объем, который необходим девушке. Givenchy также создал новый лимитированный оттенок лака. Мягкий цвет перламутра завершает образ романтического стиля любой девушки. Марка Guerlain в этом сезоне покорена русской красотой, славянским изобилием, конечно же, роскошью и богатством души русского народа. Вся коллекция марки Guerlain посвящена музе, которой послужила Наталья Водянова. Палетка, созданная в черном золоте и навеянная славянской красотой, двое оттенков серо-коричневых теней и искрящихся ярких розовых, пурпурных блесков для губ. Следующие продукты, которые содержит данная коллекция, это жидкие румяна для лица. Имеется дозатор, при нажатии которого выходит необходимое количество на 2 щеки. Прекрасная палетка из 4 оттенков, которые позволяют создать любой макияж от дневного делового до вечернего гламурного. 4 оттенка бежево-золотых коричневых теней. Маленькая косметичка, можно назвать по-другому, в роскошном золоте. Помада Rouge продукта Guerlain. Это кусочек золота в ваших руках. Девушке не нужно носить дополнительно с собой каких-то средств для губ или зеркала. Все есть в одном маленьком флаконе. Ваши губы помимо ухода получают еще яркий насыщенный оттенок благодаря пудре рубин, который входит в состав данного продукта.